Всем доброе время суток, всем привет, с вами Анатолий, вы на канале Домовенок. Итак, ребята, зашли, короче, в игру танки. Я давно уже не заходил в эту игру. Праздничный календарь, 2 декабря по 1 января. Так, что тут вообще? Так, точно. Так, кстати. Ну-ка, зайдем к настройке. Так, настройки. Графика. Ультра, да? Ультра. Так. Теперь. Экран у нас 764. То есть она определена. Давай-ка рекомендуемые посмотрим, что и как. Так, нажмем на рекомендуемые. Ультра. SD, FPS 60, 58, ну так, короче, окей, вернуться в игру, так, ничего себе, круто, да, 16 гигов оперативной памяти, Windows 7, 9, 700к дает о себе знать, даже очень. Так, зайдем-ка мы в бой. Сейчас вот показывает 114, 115, 113 FPS. То есть 110 до 115, 110, короче. Круто. Ничего себе. Да, 110, 107, 111. Ну, то есть игра выдает, ну вот сейчас вот показывает 118, 120. То есть игра с сотню. Это обеспечено. Круто. Даже очень круто. Так. Да, ребята, есть тонк. Чем мощнее железо, тем и... Смотрите, как... А кто смотрел мои видео первые, да? Как я начинал? FPS у меня сколько было? 15-25 FPS. Плюс тому все тут дергалось, надолго. А это что, сколько? Спокойно. Ничего себе. FPS 125-120. Круто. 100 это гарантия, короче. 100%. А так вот 130, 125, ничего себе, круто. Я очень даже рад этому. Ну и денег сколько выкнул за этот процессор. Вот эта сборка мне обошлась 85 тысяч. Плюс я еще и кредит залез. Блин. Короче, реально обошлось круто. Так. Что-то я уже разучился играть даже, блин. Давно не заходил в игру. Все позабыл. Так. Она заряжается у меня или что тут? А, ну да, она заряжается. Блин, чё, я же реально давно не сходил в игру.
Ну, собственно, я зашел в твою игру не из-за того, чтобы чисто поиграть, а из-за того, чтобы посмотреть FPS сколько. Ну, круто. Тут можно и постоять. Сейчас FPS 140, 147, блин, круто. Давайте посмотрим, как графика какая. Да. Даже очень круто. И FPS. Это, считай, ультра. На ультрах. FPS 116, 117, 120. Ну то есть 100% FPS это гарантированно. Так, ладно, давай другую игру. Так, выйдем в ангар. Так, хорошо. Ну ничего, так, мне понравилось, даже очень понравилось. Так, а вот что тут можно такое взять? Хотя я-то зашел не поиграть, а просто поиграть, это посмотреть. Давай вот это. Заходим в игру. Хотя, ребята, знаете, я что скажу. Посмотреть, мы посмотрели графику такую. Еще в игру заходить. Нан, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий, вы были на канале Домовенок. Графика у нас на ультрах. Ультрес. То есть вообще идеально. И в игре у нас FPS 120, 130, 117, 110. Вот так, короче, падом. Ну, 100% гарантированно сотня. Сейчас вот мы находимся в ангаре. У меня сейчас 59, 60. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий. Вы были на канале Домовенок. Так, кстати, посмотрим победа. Все-таки же мы играли. Что нам дали за это? Нормально набили. Хотя даже вот так вот набить. Ну все же. Для первый раз в игру зашел. Давно не играл. Я уже забыл сейчас сказать, как играть тут. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий, вы были на канале Домовенок. Если вам интересно, я как играю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментах.
пока.